Готовим бюджетные котлеты из гречки и консервы. Получится очень вкусно, насыщенно и питательно. Котлеты понравятся всем любителям рыбных блюд, причем тут подойдут любые консервы по вкусу. Для рецепта отварим заранее гречку, добавим сардины, яйцо и немного мюки. Также можно использовать зелень и специи на свое усмотрение. Румяная корочка котлет получается очень аппетитной и хрустящей. По желанию к котлетам добавьте соус или сметану, немного свежих овощей, шикарный обед обеспечен. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Подготовьте все ингредиенты, по желанию можете добавить разные виды зелени. Гречку залейте двойной порцией водой, на 100 грамм крупы, возьмите 250 мл водой, варите гречку обычным способом, 20 минут под крышкой на маленьком огне. Откройте консервы, слейте сок и разомните рыбу вилкой, переложив ее в глубокую миску. Следом к консервам добавьте вареную гречневую кашу. Ставим лайк и подписываемся. Куриное яйцо взболтайте вилкой и перелейте в миску с гречкой и рыбой, добавьте соль и перец по вкусу. Следом добавьте в емкость пшеничную муку. Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородности. Сформируйте небольшие по размеру котлеты, сковороду прогрейте и влейте масло, выложите котлеты, жарьте с каждой стороны по 3-4 минуты. Готовые котлеты подавайте к столу горячими. Приятного аппетита! Вкусняшки, подписавшимся. Продукты и их количество, далее. Гречневая крупа, 100 грамм. Рыбные консервы, 250 грамм, у меня сардина. Куриные яйца, 1 штука. Мука пшеничная, 3 столовые ложки. Масло растительное, 2 столовые ложки. Соль, по вкусу. Перец, по вкусу. Количество порций, 3. Спасибо за просмотр, напишите, что вы думаете, или просто лайкните. До новых встреч!